Здравствуйте, в эфире новости. С вами в студии Ирина Баракина. И сегодня главные темы выпуска. На партийном контроле о лекарственном обеспечении больниц говорили на заседании политсовета партии «Единая Россия». Платить будут меньше. Стоимость за пребывание ребенка в детском саду станет единой для жителей городского округа. Подмосковная звезда. В Серпухове стартовал второй сезон открытой мини-баскетбольной лиги среди девочек. В администрации Серпухова состоялось очередное заседание местного отделения партии «Единая Россия». Его провел секретарь, глава муниципалитета Дмитрий Жариков. Один из главных вопросов встречи – контроль за обеспечением учреждений здравоохранения лекарствами с соответствующим сроком годности. Поводом послужил инцидент, который произошел в инфекционной больнице. Ребенку дали просроченные лекарства. Ошибку вовремя заметила мама. По факту нарушения, по поручению главы городского округа, была проведена проверка. Ситуацию прокомментировал главный врач ЦРБ. По небрежности пустой медицинской сестры упаковка, подготовленная к утилизации, была ошибочно выдана матери несовершеннолетнего пациента. При выявлении факта несоответствия срока годности препарата была незамедлительно произведена замена медикамента. То, что касается лекарственных препаратов, мы сформулировали как проект решения рекомендовать администрации ЦРБ совместно с администрацией города принять меры по усилению контроля за обеспечением пациентов лечебных учреждений города лекарственными препаратами. Я думаю, даже тут не требуется какой-то оговорки, соответствующей сроку годности, а в целом контроль за обеспечением лекарственными препаратами. Еще одной темой для обсуждения стала подача ходатайства перед Почтой России об открытии отделения учреждения в районе Заборья. На территории проживает много пожилых людей, у которых востребованы услуги организации. Партийцы единогласно проголосовали за предложение. В ходе встречи также 11 сторонников партии были приняты в ряды местного отделения. 1 марта глава городского округа Дмитрий Жариков проведет встречу с жителями деревень и сел, входящих в территориальный отдел Донковский. Мероприятие пройдет в Доме культуры села Турово. Начало встречи в 17 часов. Родительская плата за детский сад с 1 марта в городском округе Серпухов будет единой. Коснется это прежде всего жителей сельских территорий. За пребывание ребенка в дошкольном учреждении ранее они платили больше, чем горожане. Вопрос о выравнивании цен подняли жители поселка Пролетарский на встрече с главой городского округа Дмитрием Жариковым. Проблему удалось решить в кратчайшие сроки. Как раз приравняли, и мы будем платить так же, положим 164 рубля, как и в городе. Почему у нас на сегодняшний день 171 рубль? Чем наши дети отличаются от города? Возмущение Людмилы Поповой, воспитывающей двух дочерей, вполне оправдано. Плата за пребывание детей в дошкольном учреждении поселка Пролетарский была выше, чем в городе. Детский сад «Радуга» – один из лучших. Здесь созданы две группы компенсирующей направленности, работают логопед и психолог. Но подобные дошкольные учреждения есть и в городе, и там родители платили меньше. Об этом молодая мама рассказала главе городского округа Дмитрию Жарикову во время встречи в Доме культуры. Нужно будет разобраться. Спасибо за вопрос. Я думаю, мы отрегулируем. По поручению Дмитрия Жарикова вопрос был взят на контроль, тщательно изучен. Уже с 1 марта родители за пребывание детей в дошкольных учреждениях, расположенных на территории бывших сельских поселений, будут платить, как и горожане. Ведь теперь территории вошли в единый городской округ. При расчете определения родительской платы была за основу взята плата, установленная на территории городского округа, так как она является ниже. Поэтому для жителей присоединенных территорий района плата за детский сад уменьшается. От 3 до 7 лет будет оплата 164 рубля. Как бы в дневное пребывание. И за пребывание ребенка до 3-летнего возраста 148 рублей. Ранее как бы эта сумма для жителей района составляла 171 рубль и 154 рубля соответственно. Вот такие объявления с информацией о понижении оплаты появились во всех дошкольных учреждениях бывших сельских поселений. В поселке Пролетарский «Добрая весть» стала своеобразным подарком к дню рождения детского сада. «Радуге» в конце февраля исполнилось 32 года. Конечно, мне очень приятно то, что в связи с объединением города мы теперь будем платить за садик меньше, а именно 164 рубля. Как за двух детей оплата, это будет значительно сказываться на нашем бюджете. Спасибо вам за это.
Особенно порадовали перемены родителей, в чьих семьях растет несколько детей дошкольного возраста. Жители оценили оперативность администрации городского округа в решении существующих проблем. Оплата за детский сад уменьшается. Для нас это было приятной неожиданностью. Городской округ, администрация прислушивается к жителям поселений, учитывает их пожелания и мнения. Большое спасибо. В комитете по образованию также напоминают и о компенсациях, существующих на территории Московской области. Выплата положена всем родителям, чьи дети посещают детский сад. По линии Министерства образования Московской области установлена сумма компенсации родительской платы в размере 20, 50 и 70% за пребывание. Соответственно, если это первый ребенок, 20% возвращается от оплаченной стоимости, если это второй ребенок, 50% и за третьего ребенка 70%. Для того, чтобы получать такую компенсацию, родителю необходимо обратиться с заявлением или в дошкольное образовательное учреждение, или через портал РПГУ, где предоставляется данная услуга. С этого года в связи с преобразованиями в единый округ при необходимости, без особых проблем, ребенка можно перевести из одного дошкольного учреждения в другое, из сельской местности в город или наоборот. Количество свободных мест возросло. Отклонение от графика вывоза, навалы на контейнерных площадках, отсутствие специальных контейнеров для раздельного сбора отходов. В начале года у жителей многоквартирных домов возникло много претензий и жалоб в адрес регионального оператора. В связи с чем глава муниципалитета Дмитрий Жариков потребовал от компании МСКНТ произвести перерасчет стоимости услуг, оказанных жителями городского округа в январе 2019 года на 25%. Региональный оператор объявил о своей готовности произвести перерасчет. Это будет сделано всем потребителям услуг. Услуги автоматически, никаких заявлений и справок не потребуется. По поручению главы городского округа Серпухов Жарикова Дмитрия Вячеславовича будет произведен перерасчет на 25% за вывоз мусора. Перерасчет за январь будет включен в платежные поручения, выставленные за февраль месяц. Напомним, что с начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. В квитанциях на оплату услуг ЖКХ в регионе появилась новая графа за вывоз мусора. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор отходов. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Город ЭС рекомендует. В Серпухове разработали специальный знак качества для предпринимателей, работающих на рынке туристских товаров и услуг. Об этом на прошлой неделе стало известно на первой туристической конференции, состоявшейся в городском округе. Им будут награждать компании, которые пройдут определенный контроль качества. Производимые товары должны соответствовать государственным стандартам, иметь достойный внешний вид и органолептические показатели, такие как цвет, вкус или запах. Кроме того, экспертная комиссия будет учитывать доступность продукта, компетентность персонала, отсутствие претензий по качеству со стороны потребителей или надзорных органов. Основной целью награждения знаком качества является гарантия для потребителя соответствия приобретаемых им туристических товаров и услуг требованиям соответствующих нормативных документов законодательства Российской Федерации. На данный момент в администрации Серпухова проходит регистрация претендентов на получение престижного знака отличия. Для этого необходимо заполнить заявку и соответствующие документы. Все абсолютно бесплатно. Награждение выбранных компаний состоится в торжественной обстановке уже в мае. Активисты движения «Молодая гвардия» совместно со специалистами управления по обеспечению общественной безопасности администрации Серпухова провели антинаркотическую акцию «Я против яда». Эта акция направлена на выявление наркотической рекламы на заборах, фасадах домов и тому подобных. Допустим, даже есть на мусорных баках, автобусных остановках. И, конечно же, своевременное стирание этих надписей, удаление каким-либо образом. На первый взгляд, неразборчивые граффити на стенах зданий на самом деле прямая наводка, где можно легко без посредников достать наркотики. При обнаружении адреса сайтов закрашиваются, а сами интернет-ресурсы блокируются управлением по контролю за оборотом наркотиков Московской области. Мы просто любим этот город и не хотим, чтобы в этом городе продавались данные вещества, чтобы не убивалась молодежь и также все жители. Вот и сейчас активисты, взяв краску в руки, обследовали территорию в центре города и закрасили более 25 номеров телефонов и адресов распространителей.
Подмосковная звезда. В Серпухове стартовал второй сезон открытой мини-баскетбольной лиги среди девочек 2008 года рождения. Торжественное открытие соревнований прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда». В борьбу вступили 7 команд из Московской области. Мини-баскетбольная лига собрала порядка 100 спортсменок. 7 команд из Москвы, Серпухова, Электростали, Подольска, Красногорска, Раменского. Это девочки 2008 года рождения. Торжественное открытие соревнований «Подмосковная звезда» состоялось. По традиции, гимн России, приветственное слово. Баскетболистки заметно волнуются. Борьба для них будет напряженной. Серпуховички перед игрой делятся планами на будущее и рассуждают о том, что нужно для настоящей победы. Мне вот хотелось именно выбрать баскетбол, потому что он хотел что-то тяжелого попробовать. В будущем я хочу стать профессиональной спортсменкой и представлять Серпухов уже на международных соревнованиях. Верить в себя, в свою команду и слушать друг друга. Победители соревнований определятся через несколько дней. Серпуховички уже сыграли с командами из Подольска и Москвы. Теперь нашим баскетболисткам предстоит встреча со спортсменками из Красногорска и Электростали. В спорткомплексе поселка Пролетарский состоялся турнир по греко-римской борьбе. В нем приняли участие более сотни борцов от 7 до 14 лет из Московской и Тульской областей. Подробности в нашем репортаже. Ученик 3 класса Пролетарской школы Николай Семенюк – один из воспитанников секции греко-римской борьбы спортшколы «Зубренок». 3 года назад, когда секция открыла свои двери в Пролетарском, первые приемы единоборства ему показал тренер – мастер спорта Андрей Арсеньев. Сейчас Николай – один из самых перспективных борцов, многократный победитель различных турниров, на которые приглашают спортсменов из Серпухова. Он пока что у нас практически абсолютно чемпион. На всех соревнованиях он занимает первые места. Ну, вот когда ему исполнится 10 лет, мы сможем выдать ему первый разряд. Ну и это как бы надежда тренера наша, моя. Ну как, стать олимпийским чемпионом? Я думаю, что если он захочет, то я ему помогу стать олимпийским чемпионом. На этом турнире Николай уверенно провел все схватки, став победителем. Мальчик с нетерпением ждет момента, когда получит свой первый спортивный разряд, которого у него пока нет по причине возрастного ценза. Ну, на Пролетарке, конечно же, очень много детей занимается. У нас сейчас 3 группы. Практически каждая группа укомплектована не менее там, 20 человек. Вот. Ребята заинтересованы, слава богу, заинтересованы больше всех родители в том, чтобы дети не слонялись по улицам, а занимались серьезным видом спорта, олимпийским видом спорта. Ребята имеют разряды, борются на равных с ребятами, которые занимаются и по 5, и по 7 лет, и побеждают, потому что, ну, самое главное, воля к победе, и наши ребята уже научились злиться и побеждать. Греко-римская борьба – олимпийский вид спорта, и конкуренция в нем особенная. Быстрых успехов добиться очень трудно. Но в Московской области этот вид единоборств развивается активно, и спортсмены из Серпухова на хорошем счету у областной федерации. Греко-римская борьба – это один из самых древнейших видов спорта. Он был представлен на первых Олимпийских играх в Древней Греции. Поэтому я думаю, что мы не только создадим хорошую и успешную конкуренцию, но еще и выйдем вперед. На борцовском ковре юные спортсмены старались показать все то, чему их учили тренеры. Серпуховские зубрята взяли 3 первых места, 2 вторых, 10 третьих в 15 весовых категориях. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте otv-media.ru, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий, не переключайтесь. Академия слуха – это широкий выбор слуховых аппаратов под ваши нужды, профессиональные сотрудники и бесплатный тест слуха. До 10 марта скидки на слуховые аппараты до 40% и рассрочка без первого взноса. Запись по телефону 75 72 45.